Друзья, в продаже у нас появилась Toyota Verosa 2001 года на бензиновом двигателе объемом 2 литра, 160 лошадиных сил. Автомобиль на автомате, на заднем приводе, имеет трех владельцев, в хорошем состоянии, как по технической части, так и косметической, на литых дисках. Внутри у нас 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, сенсорная мультимедиа Pioneer стоит, климат-контроль, кондиционер, тканевый салон в хорошем состоянии. Сзади у нас электростеклоподъемники. Имеется подлокотник. Также в автомобиле установлены эвоковры. Камера заднего вида. Автомобиль в хорошем состоянии. Три владельца.